как вот такую штуку я смострячила из картонок. А почему так? Потому что я замочила тыкву, и она у меня, смотрите, лежала несколько дней. Вообще признаков жизни не подавали семена. И вдруг вот так вот они у меня проклюнулись. Жалко. Хотя бы до дачи-то их надо сохранить как-то. Вон, что тут творится. Короче, сейчас буду я сажать. Сережа вот принес мне землю. Вот такая она. Так, здесь убираю водичку. Вообще все достаю. Так, так вот. Сколько воды. Так, вылить, помыть и высушить. Все это аккуратненько. Вон у нас 4 бельчонка. Вот почему не было-то самки. Она, наверное, этих вот нянчила. А самец, наверное... Ушли они, пойдем. На макушку полезли. А тут вон малыш. Ой, ой, ну надо же, малюсенькие такие. Все будет тип-топ.
Приехали. Вот такая у нас машина, груженная под завязку. Корзинка, картинка. Вот маленькой собачонки только нет, зато две корзинки. Или даже три. Нет, четыре корзинки у нас. Вот. Ой, чего только нет. И того нет, и этого нет. А слышь, как птицы поют. Супер. Вот. Ревень тут под ногами. О, какие цветочки скоро будут. Да ладно. А что тебе от того, что кривоват? Давай, я что-нибудь возьму, открой. Что-то там открыла дверь? Да. Давай, вон, давай эти зелененькие. Еще вон корзинку можно. Давай. Корзинка вот эта, что ли? Угу. Вон ту можно. Вот это? Да, давай. Вот эту на руку можно, она легкая. Ну ладно. Ой, какая красота! Вот такая красота! Ой. Здесь черешня в цвету, прям в цвету, в цвету. Вот так она цветет вся. Идем дальше. Гортензия вьющаяся. Вот вон почечки. Тоже черешня молодая. Вот так вот. О, Сережа уже пришел. Ой. Да, чья-то кошка. 21? Ну-ка. Покажи. Во, 21 градус тут. А сейчас время сколько, Сереж? 7. Ну, вон уже солнце садится, да. 7 часов вечера. Без 3. В половине 5 примерно мы выехали. Ну, в принципе, не так долго ехать. Так. Вот у нас тут. Вот это вот южные два растения. Но это, мне кажется, не подсолнух. Как многие говорили. Прям совсем не подсолнух. Это можно здесь оставить, я думаю. Вот пусть они здесь привыкают тоже. Вот тут вот стоит. Остальное сейчас буду заносить. На кухню. Вот у нас тут холодильник и все такое. Сейчас будем все это заполнять. Заполнять. Ой. Тыковка. Вылезают только некоторые. Некоторые, пока мы ехали, уже вылезли. А это непонятно вот что. Скорее всего, сорняк, что ли, какой-то. Это из Лазаревского. Помните, я в сумке показывала то, что подобрала.
прямо на дорожке проклюнулась тогда. В общем, вот как раз это вот то, что я на пляже с дорожки выкопала. Вот.